Хаюшки, солнышки, с вами Джерри, и вот сегодня мы с вами немножечко поностальгируем, поиграем, короче, займемся мы сегодня геймплеем. В общем, Ultimate Custom Night, это FNAF 7, он вышел давно, но я решил вспомнить молодость, поэтому погнали. И я надеюсь, а моих ремонтников слышно не будет. Итак, сегодня, что вообще сегодня мы поделаем с вами? Можно, конечно, вот это поделать. Челлендж 2, челлендж 3, атака медведей. Вот этих мразей я проходить не буду, потому что здесь есть вот эта вот мразь. Вот это тоже какая-то... Я не хочу это. Вот. Так, атака кошмаров. Так, у нас... Я вот этого дебила не услышу. Так, старые друзья. Фоксиан, что-то он, короче, делает. Так, Хаус 1. Да, это реально Хаус 1. Хаус... Ты... Ой, ёпт. Так, ладно, давайте пока с этого начнем. Ох ты ж, ёпт, твою мать, вспомнить бы это все еще. Ладно. Понеслась. Так, у нас, в общем... Чё нам надо делать? Нам надо просто смотреть камеры, вот, закрывать вентиляцию, если шо вдруг. Вот, поэтому сейчас по-быстрому. Раз, теперь дат система я сделаю как-то вот так вот. Два, открываем все двери. Вот. Все, ждем пока. Пока что ждем. Так, стоп. Раз, два, три. Вот, я всегда закрываю три вот этих вот. Бля, вот это вот было сейчас очень зря. Я мог просрать. И причем сильно. Вроде пока никто никуда не ползет. Но, по-моему, у меня там стоит Лефти. А вот Лефти — это проблема. Нет, извини. Нажимать я на тебя не буду. Иначе ты меня сожрешь. Заткнись. И ты тоже заткнись. Так, теперь 4. Да, охлаждаемся, потому что у нас может прийти Лефти. Лефти я не хочу. Так, и... Музыкальную шкатулку включим. Так, раз, два, три. Так, охлаждаемся. По-моему, здесь стоит Лефти, хотя я не помню. Так, уже 2 АМ. Нам надо 4 минуты придержаться. Ну ладно. Ты нравишься моей птичке, на. Спасибо. Так, тихо. Не кипятись. Заткнись. Тек. Тек. Так, вроде бы там... Так, стоять, пидора. Ты куда полез? Блин, у меня энергия скоро кончится, хотя 3 часа ночи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, нам, кажись, жопа. Нам, кажись, будет полная жопа. Хотя полная жопа начинается после 100 градусов. Так, тихо, Лефти, тихо. Не надо. Мне будет очко жим-жим. Так, дай-ка я посмотрю сейчас. Где этот пиздюк? Я не знаю, по-моему, его здесь нет. Блин, у нас энергии мало, мы сейчас просрём. Я тебе говорю. Мы слишком много ее потратили. Я не знаю, может, на генераторе продержаться.
Съеби. В компот. Так. Ой-о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 й. Все, это срань. Это просто срань. Угу. Здрасте, блядь. Так, мы просрали с вами энергию. Мы с вами всю энергию просрали, поэтому давайте подрубим, наверное, Power Up. И сделаем это вот так вот. И челлендж один. Так, нет, Лефти тут все-таки есть, он на единицу, но... Да, как-то так, этот у меня на 10, этот у меня вообще на единицу, этот тоже. Так, ну окей. Сделаю-ка я потише, потому что что-то мне не очень хочется получать по щам. Так, стоп. Так, и теперь экономим энергию как только можем. Только на крайние какие-то случаи. Так, раз, два, три. Блин, у меня почему-то не работает монитор на S. Когда нажимаю, так, тихо. Мне Лефти не нужен. Пущай шкатулочка поиграет. Уйди. Ладно, иди сюда. Так, одну энергию, спасибо. Заткнись. Ой-ой-ой-ой. Так, вот это была сейчас жопа. Вот это была сейчас жопа. Почти жопа. Почти полная жопа. Шкатулка. Шкатулкой мы это успокаиваем этого Лефти. Так. Подавись. Да не за что, ёпта. Так. Ждем. Ждем. И чё, все, ёптить? За сегодняшнюю ночь все. Так, 2 часа, окей. Уйди. Так. Так, раз, два, три. Ты меня... Заткнись. Так. 60 градусов, зашибись. Так, нам... Не очень-то стоит тратить энергию, свалив компот. Так, ждем. По-моему, через дарт-систему мало кто пролазит, надо просто охлаждаться постоянно. Они из-за температуры ползут, сухи. Так, раз, два, три, четыре. Вот, Федя пока что там. Вот, все, стукнулся, значит... Готов. Так, 4 часа. Свали. 4 часа, но пока что справляемся. Так. Угу. Раз, два, три, четыре. Съеби. Тихо. Постоянно надо следить за температурой, потому что Лефти может припереться вообще нежданно-негаданно, вообще в любую, сука, секунду. Но его надо успокаивать шкатулкой и не шуметь, и держать температуру вот в районе 60 градусов. Так. Стараться во всяком случае это делать. Так, раз, два, три, четыре. Нет, прости, ты можешь мне очень сильно поднасрать, поэтому я не буду тебя трогать.
Хотя в большинстве случаев он тебе дает это самое. Бонус. Заткнись. Вот, в большинстве случаев Аксян тебе дает бонус, когда нажимаешь на его птичку. Все, мы прошли. Сейчас будет 4:30. 26, 27, 28, 29, 30. Все, ура. Так, твой счет 450. Спасибо. ДД вертолет. Что ж, если вам понравилось данное прохождение, обязательно напишите в комментарии, если хотите увидеть и прохождение, и продолжение дальше. В следующей серии мы с вами пройдем старый-старый режим, который я придумал. Я его назвал 21 на 20. В общем, здесь достаточно много будет мразей, поэтому со всеми нам надо будет справляться. Вот. Ну а на этом все. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментарии. В общем, всем удачи, всем пока.